Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и давайте продолжим проходить Resident Evil вторую часть, ремейк, кампанию за Леона Кеннеди на уровне сложности Hardcore. И у нас на повестке дня, ну не то что на повестке дня, первым делом нам нужно пробраться вон туда, за те жалюзи, только с другой стороны. Вот. Посмотреть, что там интересного есть. Так как в начале игры нормально там не осмотрели все. Все быстро-быстро делали. Так, и давайте разберемся, какой у нас расклад вообще в игре. В игре у нас расклад такой. Марвину плохо. Даже я бы сказал неплохо, хреново. Леону хреново. Клэр мы нашли. Она живая. Но нас порознь снова разделила толпа зомби, которая прибежала на звук взрыва вертолета, который преградил нам огнем теперь путь. Вот. Воу-воу-воу-воу. Так, с тобой мы не будем сражаться. Вот здесь, я так полагаю, надо будет какой-то огнетушитель, чтобы потушить огонь. Вот. Так как там, по идее, должна быть комната шефа полиции. Вот. Патронов мало, аптечек мало. Короче, все, что нужно для хардкора. Короче, мы в полной жопе. Давайте заколотим окно. А то они любители лазить через окна. Так лучше будет. Ну вот, собственно, мы на этой локации. Вот. Так. Чё там? Чё там? Лысый из Бразерс смотрит в глазок. Кого бы укусить, думает. Так, радует то, что мы взяли, короче, дробовик. Вот дробаш мы взяли. И взяли вот такие плоскогубцы, которые помогают нам пробираться через такие двери с этими с цепями. Так, ломится один у нас. Вот этот лежит, но я думаю, он встанет. И здесь у нас зомбарь. Так, давайте-ка с этим разберемся. Отлично. Просто отлично. Трех выстрелов на него хватило. Больше он не встанет. А этот он по-любому, наверное, разобьет окно. Но я ж сказал. Так, чувак. Иди вон. Лезь обратно, я говорю. Нечего тебе здесь делать. Блин. Этого с трех патронов не получилось. Так. Отлично, упал. Но я думаю, он живой. И может в любую минуту встать. Но у нас нет ножа, короче, чтобы что-то сделать. Так, давайте-ка. Вот этому, на всякий случай. Я думаю, если бы он был жив, то он бы встал сейчас от выстрела. Так, патрончики, отлично. Перезарядим сразу. Световая граната. Выберите на экране снаряжение. Оглушает и ошеломляет врагов в зоне поражения. Взять на изготовку и бросить. Можно применять для контратаки Space, если враг вас схватил, но в этом случае эффективность сильно снижается. Так. Ой, не взял. Вот эту фишку, короче, с гранатами и с ножом, кстати, взята она из первой части ремейка. Как мы помним, да? Кто не смотрел, можете посмотреть, я добавлю ссылочку под видео и добавлю в подсказки еще. Не знаю, там либо плейлист, либо хотя бы одну серию. Так. О, что-то лежит. Порох, отлично. Порох. На этот он по-любому не встанет, мы ему голову раскрошили. Так что можно спокойно
исследовать кабинет. Так, электрическая деталь. Электрическая деталь в форме палки. В форме палки. Эту палку надо куда-то ставить. Как бы это ни звучало. Так, изучить. Предохранитель, главный зал. Предохранитель, на нем написано вход в главный зал. Так, а мы, кстати, помним, да, куда нам предохранитель надо вставить. Это вот в начале, где жалюзи у нас. Туда надо воткнуть предохранитель. Так, что это у нас? Круглая ручка. Ага, и взять нам некуда ее. Винтель, кстати, нам очень нужен, очень пригодится. Помним, да, где у нас винтель? По-моему, в двух местах у нас винтель. Так, высококачественный порох, желтый. А можно сразу его, интересно, скомбинировать? Да, можно, отлично. О, патрончики для дробаша. Отлично. Это пригодится. Так, а за винтелем нам нужно возвращаться. Точное, как бы, место, положение, в принципе, я знаю, помню одного винтеля. Так, давайте. Там, правда, зомбари ходят, ну ладно. Аккуратненько зайдем. Ой, закричала бабенция. Так, дура, лежать, пускай лежит. Давайте ставим предохранитель. Отлично. Так, еще один. Ну да, их тогда повылазила целая куча. Блин, там толстяк еще. Толстяк-то он должен быть. Воу-воу-воу-воу, промазал. Так, интересно, они на эту локацию-то зайдут? Могут зайти или нет? Давай, давай, заходи, заходи. Походу, что нет. Походу, на эту локацию им нельзя. Как все продумано-то. Сделаем так, пускай лежит. Так, давайте-ка. У нас, по-моему, место освободилось, да, вернемся за винтелем. Отлично. Так, изучить. Рукоятка винтеля. Сюжетный предмет. С квадратным отверстием. Со специальным отверстием. Так, отлично. Ну что, у нас здесь, по-моему, все, да, в этом кабинете. Вроде ничего интересного больше нет. Так, заплатить мы не можем. Ну, черт с ним. Здесь у нас тоже ни черта нет, да? Окей, давайте посмотрим, что там дальше, что мы еще пропустили. Кто там встал? Уйди. Давай, выламывай дверь быстрее. Ах, промазал. Отлично. Пускай лежит. Блин, 19 патронов. И он по-любому еще живой. 100%. Вот, я уверен, он встанет. Так, вот эти чуваки у нас. Надо аккуратненько, аккуратненько. О, отлично. Чтоб не беспокоить. Так, вот здесь мы в этой двери не были. Мы тогда пробежали. Потому что целая куча повылазила врагов. Так, блин, досочки. Досочки, досочки. Наверное, надо бы выложить все. Так, ну давайте просто оглядимся. Там, в принципе, да, в этой двери мы были. Там делать нечего. Там свет мы включали. Здесь у нас толчок. Ага. Окей.
В принципе, здесь делать больше нечего. Вернуться только за досками можно. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Давайте ленту выложим и вернемся, досочки возьмем. Хранить. Ну, остальное, в принципе... А, ну давайте патроны для дробовика, пускай они копятся. Я думаю, они пригодятся. Смотрите, проход уже забаррикадировали. Марвин, что ли, тут постарался. Пока мы блуждаем. Так. Аккуратненько. Чтоб не разбудить спящих. Отлично. Ну, в принципе, все. Под загрузки локации тут постоянно. В принципе, все. В этой локации у нас больше ни черта нет. Можно двигаться к вентилю. Один вентиль я помню где. Кстати, у нас еще есть этот болторез. Давайте второй обход сделаем по новой, по кругу. Здесь ни черта нет. Ха-ха. Давай, давай, ломись, ломись. Ублюдок. Не ожидал, что заколочена дверь, да? Не ожидал, конечно. Так. Крести. И ты не ожидала, да? Или ты он, или это она. Непонятно, кто это. Знаете, ну, он похож на этого. В мультике есть такой домовенок Кузя. Нафаня! Нафаня! Окей. Опа, а там окно у нас не заколочено. Не заколочено окно. Окей. Венцию сейчас мы вырубим, короче. Хотя бы, чтобы она слегла. Просто стрясти мозги. Ух ты! Ты-то откуда, дорожник? Дорожный рабочий, ты откуда взялся? Какие они все-таки страшные, да? Жуткие твари. Вывалим. Бежим. Есть. Бабенция больше не встанет. Какой ты резвый. Не зря тебя взяли в дорожники. Все, отлично. Так, музычка прошла. О! Да ладно. Что за музыка-то опять? А, встает, смотри, ползет, ползет. Ну пускай ползет. На него я тратиться не собираюсь больше. Так, окно заколотим к чертовой бабушке, чтобы больше никакие тут дорожные рабочие к нам не лезли с бабами. О, чуваки, вы чё? Не надо так пугать. Жесть. Так. Здесь мы пролазили через окно, в принципе, на локации самой здесь, в этом месте, больше ни черта нет. Здесь мы карту взяли, по-моему. Вот. Вот эта дверь. Сюда мы не могли попасть. Так. Устройство. Электронное устройство средних размеров. Неизвестное электронное устройство. Детонатор без батареи. Детонатор для взрывчатки C4, в нем нет батареи. Так, мы знаем. Помните, да, где C4 находится? Лахтер Рум. Кап. О! Это похоже на пароль замочков-то вот этих, которые из трех букв-то, помните, да?
Шкафчики. Так, взяли доски, у нас места больше нет, кстати. О, можно объединить, отлично. Две световые гранаты есть. Здесь у нас черви. Окей. А, кстати, я подзабыл, где эти шкафчики-то находятся. Здесь мы. Там сейф, по-моему. В той двери. Так, этот у нас пускай ломится. Чё за гео? Что за гео? О! Да вы чё, блин? Эти зомби, они, блин, эти... Как их? Профессионалы по прыжкам с высоты, блин. И пошла такая. Ну иди гуляй. В принципе, ты мне здесь не нужна вообще. Надо с тобой разобраться. Упала. Споткнулась. Не знаю, надо с ней сделать, чтобы... Потому что здесь сейф-рум. Короче, она мне здесь не нужна вообще. Блин. Ножик бы. Сейчас бы вот так вот с лестницы ножиком почикал бы ее и все. А так я столько патронов сейчас истратил на нее. О, эту штуку можно выбросить, кстати. Че, она больше не нужна? У нас больше нет таких дверей, что ли? Интересно. Ладно, пускай лежит. Пофиг. Если что, добьем потом в следующий раз. А, это вот, которая сидела-то, помните? У которой я патроны брал. Хорошо, что она тогда еще не встала. Так. Идем, короче, вентиль вставлять. Здесь у нас нету шкафчиков. Вентиль у нас вот здесь. А этот придурок не встанет? Так, отлично. Отлично. Перекрыли глаз. А это у нас душевая получается. Офигеть. Смотрите. Здесь что-то большое такое проходило. Либо какой-то взрыв был. Опа. Зомбарь. Сидит в парилке. Чувак, ты не парься. Я пройду, я тебя трогать не буду. Я пройду спокойно. Воу! Молодец вообще. Именно вот в этот момент он упал. Он сидел сколько времени вот на скамейке, и в этот момент он упал. Так. Он встанет или нет? Ну, я думаю, он бы уже дернулся, если бы я, когда я к нему подошел. Так. Порох. Отлично. А здесь у нас пусто. Ладно. Так, в этой локации мы не были. Смотрите, сколько зомбарей. Я еще так впритык к нему подошел, блин. Хорошо, что он не стал, не кусил. Окей. Оу! Боже, это еще что такое? Друзья, та-дам! Представляю вашему вниманию долгожданный лизун, которого я так долго ждал. Мой любимый монстр. Смотрите, какой он красавец. Так. Вообще, как бы, лизун, он... Так, давайте ружье выберем на всякий случай. Лизун, он слепой. И разработчики, как говорили, они сделали здесь вот именно его слепым. Если не шуметь, то он нас не увидит. Потому что, блин, сталкиваться с этим лизуном на хардкоре — это жестоко. Посмотрите на него, какой он красавец. Я просто тащусь от этого монстра. Ну, когти как лезвие.
и очень-очень длинный язык. Так, давайте попробуем потихонечку пойти. Ну, открывай ты дверь-то, ну. Отлично. Разработчики не наврали. Так, и мы попали, короче, попали, получается, в кабинет команды Stars группы Бета, да, по-моему? Ну, за которую мы играли в первой части, в которую входит Альберт Вескер. О, батарея. Давайте сразу. Отлично. В которую входит Альберт Вескер. Кстати, вот это, наверное, его кабинет. Он капитан же. Вот. Крис, Ребекка, потом кто там? Барри и Джилл входят в эту команду. И, вот, и это их офис, короче. Их кабинет. Так, служебная записка. 22 сентября 1998 год. Записка о перемещении офисных принадлежностей. Термостойкий сейф с комбинацией из трех чисел перемещен из офиса Старс второго этажа в западный офис первого этажа. Комбинация 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Измените ее сразу после получения записки. Отделение снабжения полицейского управления Raccoon City. Так, у нас есть пароль от сейфа. Я так полагаю, это сейф, который находится... который мы самый первый нашли, помните, да? Так, красная травушка. Давайте пока брать не будем. Посмотрим, что здесь у нас. И можно открыть будет сейф, посмотреть, что там интересно. Но по-любому что-то стоящее должно быть там. Так. В оригинале, по-моему, вот эта вот штука... можно было подать, короче, сигнал бедствия, по-моему. Вот. Поэтому при... Что это? Ракун. Танцующий енот. Ракун же это, по-моему, енот по-английски, да? Это пасхалочка. Так. Окей, комбинируем. Еще три патрона у нас для дробовика. Пригодится, раз появились лизуны, значит пригодится. Сумочка Ребекки. Это, наверное, ее рабочее место. Так, спрей. Отлично. Это я еще помню с оригинала. В оригинале тоже в сумочке лежал спрей. Так. Ну, это получается место Ребекки. Вот это место, наверное, Криса. Он любит такие куртки. Смотрите, всякие награды там. Интересные. О, еще одна светошумовая граната. Отлично. На лизунов, кстати, я думаю, бессмысленно светошумовую тратить. Он и так слепой. Так. А это место, наверное, Барри. Он же специалист по оружию. Вот. Это, наверное, его место. Кубки. В этом... в оригинале эти кубки можно было, по-моему, там почитать про них или что-то такое. Там, какие-то, какое-то взаимодействие сделать. Там, по-моему, за лучшую стрельбу Крису Редфилду. Смотрите, там пистолет какой-то. Дверь закрыта. Окей, давайте посмотрим, что здесь. Ошибка. Необходимо подтвердить профиль. Ставьте электронный ключ в USB-порт. Так, а электронного ключа у нас нет. Короче, надо... флешку найти. Крутая гитара, кстати, смотрите. У меня тоже есть электрогитара дома. Правда, я редко на ней играю. Не знаю почему. Но все же иногда достаю. Так. В принципе, все. И места у нас нет. Окей, давайте аккуратненько. Аккуратненько. Там у нас лизун. Был. Был лизун. Здесь где-то находится. О, что-то пропустили. Ух ты, еще патроны для дробовика. Ничего себе, такое нельзя пропускать, блин. Окей, давайте идем туда.
Посмотрим. И я думаю, потом надо будет возвращаться, C4 устанавливать. У нас детонатор полностью собран. Так. О-о-о-о-о! Чувак. Лизунчик. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как бы его так заманить, чтобы он дал нам пройти. Сражаться я с ним боюсь почему-то. Какой же все-таки красавец. Опасный, но блин, какой он красавец, а? Я просто восхищаюсь. Еще я тащусь от этого. От Немезиса. Из третьей части. Он тоже клевый. Смотрите, на него дочь попадает, он такой прям весь блестит. Лизун мне чем-то кошек напоминает. Палатки такие же. Такую киску дома держать. Так. Блин. Блин-блинский. Так. Отлично. Куда он уполз? А он наверху. Так. Окей. Лизунчик, сиди там. Я просто спокойно пройду. Я не буду тебе мешать. Отдыхай. О, боже. Жесть. Просто жесть. Напряженный момент, блин. Окей. Так, валим. По-тихому, по-тихому валим. Не бежим. Так, здесь у нас черви. Здесь ни черта нет. Фу. Опасный момент был, опасный. Опа-на. А вот и библиотека. Мы, короче, сделали кругаль. И можем, кстати, это... Поверху, да, получается. Здесь через библиотеку пройти к C4. Окей. О, я чувствую, там зомбари сейчас повстают. О, жесть сейчас будет. Так, окей. Детонатор использовать. О, 10 секунд. Валим, 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 валим. А что это? В смысле, подтвердить? Что-то у меня тут высветилось. Что-то бред какой-то. Глюк. Так, окей. Оба-на! Лизун? Его только здесь не хватало. О, жесть. Так, эти чуваки точно не станут. Блин, что за шорохи, что за звуки-то? Так, надо по обырику, короче, забирать. Здесь, в принципе, все, больше ничего не лежит, только... Тихо. Зомбарь там носится. Так. Давайте по бурику, короче, забираем. А... Какой у нас там пароль? Окей. Здесь. Так. Это кто у нас? Женщина, да? Женщина, лук со стрелой, змея. Так. Что-то все потерто. Женщина, да? Женщина, похоже. Лук. Так, вот это лук. И что там? Змея. Вот это что ли? Да. Чётенько. Так, медальон с дамой.
Окей. Изучить. Медальончик с дамой. Смотрите, здесь лев и единорог. Большой изукрашенный медальон с изображением прекрасной дамы. Так, окей. Активируйте статую богини. Так, чувак. Пошел вон. Изум. О, он ко мне бежит. Блин. Блинский. Аптечку. Валим, 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 валим. Быстрей, 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 Леон. О, нет. Все? Убежали от него. Он сейчас через верх не пролезет. О, жесть. Напугал ты меня. Окей. А, нет, через это место не пойдем. Нафиг. К черту. Так. Ну что, можно спускаться. Давайте выберем пистолет. Что там у нас? Как дела с Марвином? Двигается, дышит. Окей. Отличненько. Найдите выход. Так. У нас еще здесь, блин. А, давайте этот. Пароль, 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 пароль сейфа. Сейф еще сейчас попробуем открыть. Так, нет, вот это получается, это второй этаж. Это не тот сейф. Да? Ну, давайте попробуем. Так, 9 влево, 15 вправо, 7 влево. 9 влево. Так, 9. А ну да, 9 влево, 15 вправо и 7 влево. Нет, это не тот, короче, замок. У нас еще есть один сейф, и он реально на первом этаже, да. Вот там зомбарь, короче. Ну ладно, с зомбарем мы справимся, я думаю. Ну зато с перепугу, короче, мы вылечили Леона. Тоже хорошо. С одной стороны хорошо, с другой стороны мы истратили аптечку. Но он так резко выскочил, я даже... Не, не то, что выскочил, а... Начал нападать, короче, резко. Этот лизун. Я что-то даже растерялся, короче. Вот. Так, куда у нас тут? Дорожный рабочий уполз. Он здесь, кстати, был. И куда-то уполз. Где-то здесь. О, очухался и встал. Отлично. Да блин, вот эти пугающие твари, а. Окей. Все забываю про них, что они там ломятся. Так. Давайте посмотрим, здесь у нас что-нибудь есть. Нет.
искать. Здесь ни черта у нас. В принципе, зомбари хорошо не пройдут. Так, 8 патронов. Надо хотя бы просто зомбаря, который здесь, его просто сделать так, чтобы он упал. А где он вообще? Был где-то здесь. А он стоит. Так. Блин. Патрон это на вес золота. Во-во. Еще раз прям... Да что ты? 2 патрона осталось. Ты чё? О, смотрите, еще один этот. Отлично, он больше не встанет. А их... Может их разбивать надо? Да, да ладно. Их надо разбивать. Ладно, когда вернемся в офис, разобьем. Вот. Этих... енотиков, этих вредителей. Ну что, давайте откроем. Так, 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Сумка. Найдена сумка. О, у нас прибавилось побольше квадратиков. Отлично, небольшая поясная сумка, в которой можно носить больше предметов. Вот это ништяк. Вот это прикол. Это отлично. Так, ну что? Здесь, кстати, можно через сквозную пройти. Вот это главный холл. Ну и, наверное, будем сохраняться. Довольно так нормально мы сделали сегодня. Вот. И сохраняюсь, и на этом я заканчивать буду. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Все ссылочки будут под видео, в описании. И я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока.